Итак, друзья, здравствуйте. Продолжаю я тестировать свою новую акварель. Сегодня в данном видео я буду рассматривать акварель Royal Talents Art Creation, производитель Нидерланды, 12 цветов по 12 миллилитров. Вот такая вот коробочка. Там вкладыш. В общем, вот такой вкладыш здесь лежит. Как пример для работы. Вот. Сама акварель выглядит вот так. В пластиковом таком боксике маленьком. Да. Вот, что значит? Металлические тюбики. В общем, все как обычно. Я уже эту акварель выдавила на палитру. Вот. Сейчас немножечко ее потестим, как она выглядит. Бумагу я возьму такую же, как в предыдущих видео по акварели, где я тестировала китайскую и пентл. Точно такая же бумага. В интернете, кстати, отзывов вообще не так много по всей этой акварели, которую я купила. Может быть, кому-то это видео будет полезно. Итак. Ну что, друзья, вот, значит, я сделала выкраску. Что я могу сказать? Цвета здесь не сильно яркие, но достаточно, скажем так, яркие. Очень красивый здесь черный цвет. Он с каким-то таким дымчатым синим подтоном. Красивый черный, необычный немножко. Вот. Красные, я бы не сказала, что они очень какие-то яркие, особенно вот этот вот холодный красный, он плохо размывается. Да, вот у нас оставляет пятно почему-то все, если эту краску нанести, вымыть ее будет потом невозможно. Странная штука. Вот. По растекаемости. Давайте возьмем. Да, друзья, я хочу обратить ваше внимание, что это как бы обзор, но больше это первое общее впечатление.
Возможно, что при работе с акварелью будут больше выявляться какие-то ее положительные стороны, какие-то недостатки, скажем так. Но это все при работе, при написании какой-нибудь картины. А так очень сложно, конечно, сказать. Желтый с ультрамарином. И желтый с голубым. Растекается она хорошо, неплохо. Вот. Ну, в смесях тоже хорошие оттенки, не сильно, не грязные. В общем, что я могу сказать, неплохая акварель, но если бы мне выбирать надо было между Pentel и этой акварелью, да, то я бы выбрала все-таки Pentel, там цвета более яркие. Красные здесь, ну вообще какие-то, не знаю, на мой вкус это... Они выглядят на палитре ярко, а на бумаге почему-то не очень. Конечно, это может быть еще зависит от бумаги. Ну. Бог его знает. Неплохая акварелька. Можно брать ее. Следующий обзор я сделаю, наверное, по Лефранк акварели. Вот. Так что смотрите сами.